Сказать за это, за ручку. День рождения Демика. Ура! Сейчас точно замерзнет. Водичка не подойдет. Ой, шарики. Ой, что-то ветер подул. Ну, надо же успокоиться. Не заводите меня. И так я терплю. Ты уже чуть не выстрелишь теперь. Я, кстати, думаю, будет выше. По поясу. Я тоже так думала. Идеально? Хоть по пояс, да? Не, ну так барахтаться тоже нормально. Че, сидит он тебе в воде, ему там тепло. Пусть закаляется. Вот как. Вот как. Ножки, главное, в тепле. Блин, а у меня телефон. Настя, у меня телефон в машине. На столе все. Пойдемте дойдем, там воды наберем. Я знаю, там где родниковая вода. Мы ее вскипятим сейчас и ему добавим. Ну идите. Вон, канистры. А это может вылить вот эту руку? Вот. Осталось сгорать. С Настей. Ну да. Чижак остался, мы туда это, ну, Аринку, говорю, увидела подругу, одноклассницу. И все, и залипла. Ну, конечно, ей с ней интереснее, чем с нами. Сейчас вот она. Шурпень. Чеснок прям в конце, да, я вам порубил прям мелко. Мама, я немножко погрелась там. Нет, сиди, я сейчас просто тебе принесу. Она прям бурлит мелко. Я этих дубовых бросил деревяшечек. Зелень, а смотрю, там этот, и петрушка, и сельдерей, да? Сельдерей тоже вонючий. Они, говорят, даже подъехать сюда не смогли, там где-то машину бросить. А это вот кинза пробили? Здесь нет кинзы, да? Кинзы нет. Вот, в этой фигне. Это сельдерей. Вот здесь-то. Нету кинзы. Базилик здесь. Базилик вот этот. Это петрушка. Вот этот базилик. А, кинза. Вот базилик. А, базилик, да. Здесь это, сельдерей вот этот. Это кинза. Дом. Где маленький? Успокоился? Сейчас я спать. Маленький. Маленький. Тверк-тверк. Сейчас ам-ам и бай-баюшка. Он уже ам-ам. А сон хороший тут будет. Ага. Бай-бай-бай. Да не надевай, если не замерзну. Не, я шорстки хочу. Не надевай. Ну как? Не, я Лиане говорю. Маленький ёршик. Это водяной какой-то. Это... Водяной, мама, он водолазом. Он водолазом, капитаном. Короче, он сейчас, знаете, что? Я его заносил вот посюда, по шейку прям. Он стоит, не боится. Да знаю, он в том году. Он же как радовался вообще. Мог утонуть, если что. Кто? Он в том году. Второй этаж. Михалыч! Помаши ручкой. Ну, две стандартные. Так же с балкона. Сейчас Наташка нам даст.
Запашок такой стоит. Ты куда пошла? Ой, дайте тоже покурим, как это на прощай. Ну дайте мне просто сигаретку. Че Лен не ест он? Лен, а ты что не ешь? Когда настоится. Да? Танцуй? Болит. Это нормальные. На них грязь не будет. У меня темный стоит. Просто вес. Очень. От воды, конечно. Где Демка? Эй, маленький пират. Симага. Что, они тоже едут? Муромский меридиан. Муромский меридиан. Так, программа Муромский меридиан. Сова унесла. Танёк, кого? Он больше, чем сова. Ну кого потеряли-то? Киру. Кира. Эй, Бичо. Кира. Васёк. Ну фоткай быстрее, бля. Васёк. Я заебался позировать, короче, ладно. На. Давайте. Всё, иди. Я в домике. Иди, ты просто, я не видела, как ты вышла туда. Не пропадай. Котёнок, не пропадай. Вот какой сыр с плесенью, он что-то такое. Семён, Антонюха, Марина, Миша, жара. Вася, Дима, друзей. Саша, давайте. Вот когда ты жара. Съешь, Никита, Стас, Гена, Турбо, Дюша, Метёлки. Вот наоборот, снизу. Вот так, давай выход. Блядь, никого не вижу. Что ты спину свою мнёшь? Иди сфотографироваться. Где ты? Вот тут! Вась, почему мы еще ни одного твоего видео не видели? Где они все? Зачем? Они все в хоум-видео. Хоум-видео? Зачем? Он все хранит, и потом, мне кажется, он мне счет предъявит за... Он там короткими в эти компроматика наковырял. А потом у него откроется студия в кинофильм. У него целый фильм там уже будет. Paramount Pictures, нахуй. Ну а что, вот. Деревня дураков называется, блядь. Ну, открой багажник. Иди, может там и пластырь есть. А теперь давай. Спасибо за ваш стол, бояре, за угощение знатные, за наливки вкусные. Погоди. Вот пиздовать я позволю. Увида, господа. Оставили. Это тебе вместо балласта скинули, понял? Ну это такой еще тяжелый, знаешь. Морозь! Я знаю. Пусть бы сами ехала. Че ему нахуй висит ее? На. Милюхотели. Милюх. Ну я хуй с ней пускай едет. Ну пусть гребут тогда. Не, я говорил, это как лучше. Не хотят.